политической кампании активное участие приняли жители Мартукского района. В селе Сарыжар зарегистрировано 2800 человек с правом голоса. О том, как проходило голосование в населенном пункте, в нашем следующем сюжете. На участок голосования номер 272 пришли жители села. Они чувствуют важность политической кампании. Мы пришли на референдум, поскольку являемся ответственными гражданами страны, говорят они. Референдум организован в разных уголках Казахстана. Я также дала свой голос. Я надеюсь на хорошие изменения по итогам референдума. Бесенбай Кульсугир Урлы рано добрался до участка голосования. Поступок Аксакала является примером для других. Он говорит, что сегодняшняя политическая кампания имеет значительный вес. Я проголосовал на референдуме. Я желаю мира и счастья нашим потомкам. Пусть они видят все блага процветающей страны. Владимир Федотов, Дархан Мектебай, Бахджан Идигеев, телеканал Актубе.